Молодой человек, у вас не хватает справки о получении справки на то, что вы можете получать справки. И у них всегда есть карта. Май не вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на новое видео Закатуна. Называется «Хочу обратно в школу». Я его мнение не разделяю. Я не хочу обратно в школу, честно. Было худшее время, когда был в школе. Давайте посмотрим, что он там Всем расскажет. Привет. Почему он у школу хочет? У меня к вам вопрос. Учиться, что наверное? Что вы больше всего По-моему, не любите да, делать? Учиться. Я вот, когда учился в школе, больше всего ненавидел делать уроки. Да, Марка, хофно. А еще я просто терпеть не мог убираться дома. Да и до сих пор делаю это с неохотой. А когда я начал жить с девушкой, то понял, что ходить по магазинам с ней — это просто... просто чудо какое-то. Я обожаю ходить с ней по магазинам. Фух. На самом деле, к 30 годам я понял, что больше всего ненавидел... Губов... На, не буду это озвучивать, это подумать. Жпо, хреново, 666. Я буду ходить в государственные учреждения. Лучше не давать ему слово, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал устроить, не? Все госучреждения, ну, это бюрократия. Типа, знаете, поликлиники, почты, паспортные столы. Классика. И вот эти всякие организации с ужасными аббревиатурами. В детстве, когда я болел, меня по поликлиникам таскала мама. И мне тогда даже нравилось это занятие. Ну а что, прогуливаешь школу, знакомишься с новыми людьми. Познакомился. А помню, что мне... Зато в детстве приболел ветрянкой, в взрослом состоянии уже не боишься ее. Вот у меня Катя, например, ветрянкой не болела, и она ее очень боится. Мне очень нравилось в поликлинике сидеть и рисовать. Но тогда, конечно, я еще не осознавал, через какой пи***. Нужно было проходить маме, чтобы меня принял врач. А, ну, мы не да, можем это найти классика. Вашу медицинскую карточку. Часто маме приходилось идти... Пойдите туда, чтобы найти это, там отсылайте на то, чтобы найти то. Ой, это классика, это чистая классика. И на крайние меры. А очереди тогда были еще похлеще, чем сейчас. Но моя мама была очень креативной, когда дело касалось ожидания в очередях. Она постоянно что-то придумывала, чтобы побыстрее пройти к врачу. Что ж там такое она придумала? Там Закатун автографы раздает. Топ-10 гениев. А вот повзрослев, мне самому лицом к лицу пришлось столкнуться с ужасами государственных поликлиник. Классика, классика. Это хорошо, что сейчас хотя бы мобилки есть. Многие на стримах спрашивают, какая моя любимая консоль. Там PlayStation, может Xbox, а я отвечаю, что Nintendo Switch. Да, вот такой вот я особенный. И вот у меня даже рядом Splatoon лежит. Второй классная игра, кстати. И вот как выбрать максимально выгодное предложение, если хотите тоже Nintendo Switch, я вам расскажу. Для этого зайдем на e-каталог. Выбираем компьютеры, приставки. Тут нас встречает очень удобный подбор по параметрам. Можно сразу выбрать производителя Nintendo и уже смотреть цены и выбирать версию консоли. Хотите полноценную, с возможностью как портативного, так и настольного гейминга? Ну, тогда, конечно, обычная версия. Но если вам нужен только портативный гейминг, можно не переплачивать и брать лайт-версию. А вообще не слушайте меня, просто сравните две модели на e-каталоге или прочитайте отзывы реальных покупателей. А как выбрали, можно уже подыскать самую выгодную цену. Ссылка на e-каталог будет в описании и в закрепленном комментарии. К сожалению, мама не хочет делиться со мной секретными техниками, как нужно правильно вести себя в очередях, которым она научилась еще в советском. Топ-10 секретных техниках ниндзюцу, блин. Комсоюзе. Ё-моё, он по головам идет. Вот это называется типа головам, реально, не вот эти всякие ваши метафоры, вот эти всякие. Сидел в них фигня, очень вот это долго. Вот. Внучок, я только спросить можно? Ну ладно. Брат, мне срочно на перевязку надо, иначе пол головы ампутируют. Ну окей. И в результате, как лох, оставался последним. И даже классика. Иногда не успевал на прием. Ноги подними. Я его понимаю. Я его Но понимаю. В какой-то момент ты У меня тоже такой один раз было. Я это слишком добрый. Нельзя никому верить. Им всем срочно надо. Мне тоже надо. Встаешь от этой наглости и надо. Хитрости. И в тебе происходят перемены. Что-то ломается. Нога. Блин, а как я домой пойду? Ну, жизнь рано ломается. Или поздно ты впервые произносишь. Я вообще-то перед вами стоял. Тут всем только спросить. Да мне похр... Ладно.
Казалось бы, с появлением электронной очереди, записи через интернет, таких ситуаций больше не должно быть. Но нифига подобного. Сижу я как-то в очереди в поликлинике, взял талончик, и тут бабка вперед меня пытается зайти. Я ей говорю, тут электронная очередь, а она мне... Так это для вас, молодежи, электронную придумали. А я вот в обычной стою, и я в ней первая. Мне иногда кажется, что даже в будущем, когда изобретут телепорт, и можно будет телепортироваться из своей квартиры сразу в кабинет к врачу, в поликлиниках это не будет работать. Нужно конечно, будет не будет телепортироваться в очередь. Ты будешь в очереди. А потом уже в кабинет к врачу. Еще дико раздражает, когда ты вообще не планировал стоять в очереди, но все равно в ней оказываешься. Ну, например, когда вечером решил забежать в аптеку за какой-нибудь мелочью, а там опа, перед тобой... Марио, одобряю. А что, если я смешаю корень ромашки и настойку полыни? Но стоять в очереди, это ведь еще пол... Он... Блин, после нее... Окей, картинка смешная, ситуация страшная. На самом деле, чувак просто старичок, хороший, милый, добрый, хочет стать магом-чародеем с Хогвартса, там же телеварение, все дела. Тебе обычно предстоит иметь дело с работниками государственного учреждения. А ведь среди них полно тех, кому на тебя просто... Все равно. Ну, каково это, когда ты стоял в очереди, собрал все справки, заполнил все формы, приходишь к окошку, а там обеденный сидит перерыв. Какая-нибудь кляча с синдромом вахтера и говорит: «Молодой человек, у вас не хватает справки о получении справки на то, что вы можете получать справки». И у них всегда есть эта коронная фраза. «Я одна, а вас много». Блин, не понимаю, как их берут на работу? Так, скажите, что вы умеете. Я одна, вас много, вы взят. Ну, значит, я ненавижу людей, принимаю. Ненавижу работать, а еще ядом изо рта умею прыскать, как змея. Отлично, вы нам подходите. Или вот охранники в таких классика. Местах. Однажды мне нужно было получить новый паспорт. Я прихожу в паспортный стол, а там на входе охранник такой. Паспорт предъявите. У меня нет паспорта, поэтому я иду к вам его получать. Без паспорта не пускаем. А как мне тогда получить паспорт? Я тут не для того, чтобы думать за тебя. А водительское можно предъявить? Паспорт. А если я сейчас огнемет достану? Чего? В смысле, если вашему начальству сейчас позвоню. Ладно, давай водительское. И да, я стал жаловаться на охранников, на плохое обслуживание, на очереди, по всем этим... Это взрослая жизнь, она вот такая, да, ребята, да? Да, но она прекрасна, прекрасна своими другими вещами, но не этими, бюрократия, это жутко. Горячим. Поверьте, когда я еще как налоги плачу, как ИПшник, ой, веселье, полные штаны писать, особенно всякие декларации, исполнять, ой, классно. Не-не. Но иногда, чтобы пожаловаться на очередь, нужно... На данный момент все операторы заняты. Да-да, вы десятые звонки своей очереди. Как вы уже поняли, таких парадоксов в госучреждениях очень много. Короче, чем больше хожу по таким заведениям, тем больше становлюсь бабкой. Мне кажется, через 10-15 лет я запросто смогу влиться в их тусовку. Пойду в ЖЭК зайду, по скандалю. Вот такой вот крик души получился. Ну, вообще, да. Я понял, что как бы вас не... Мне так нравится, когда начинают, ну, вроде еще нормальные, не кассиры, как, ну, короче, работники, и начинают бабушки. А почему я должна столько платить? А человек вообще не знает, он просто тут работает, ну, есть квитанция, что он может сделать? Ну, ничего, он тут не решает, он просто рядовой работник. Но в итоге достается ему. Это обидно. Или охранники, паспортистки, или просто люди в очереди. В подобных ситуациях всегда лучше оставаться вежливым и спокойным, и не выходить из себя. А еще лучше достаньте телефон и начните снимать. Не добьетесь своего, так хоть классный контент будет. Пока-пока. Ждем YouTube-канал про очереди. Это будет классно. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходи и подписывайся на канал Закатун. Это обязательно. Это нужно сделать 100%. Это будет отлично. А если вам нравится мой канал, можете на меня подписаться. Я очень хочу добить 1 000 000 подписчиков до конца года. Это возможно, реализуемо. Я очень вас прошу, пожалуйста, помогите мне это сделать. Все, ребята, всем удачки, всем пока.
Пау.